Да. Да. Во. Ну давай. Заплатку сюда. Мы сюда идем? Так, подальше, подальше. Так, вот смотри, идем сюда, идем сюда. Щелкаем потом. Заря там есть. Ой. Так, вот смотрите, один из дождеприемников. Он здесь был. Много лет было все это забито, потому что я на работу как ходил, все время здесь лужи громадные. Вот 2 года назад прочистили, сейчас работает неплохо. Вот один из дождеприемников. Но тут вроде все сходится. Здесь этот асфальт положен. Будет все нормально. От того, что он ниже будет, и скат будет в середине, толку не будет. Вот если он будет ниже... Не, и скат везде. Ну тут вы видите, у кого глаз наметанный, смотрите. Но здесь... тут еще рано говорить. Нет, тут не рано говорить. Я знаю рельеф вот этой дороги. Вот тут луж нет. Отношение к этому ремонту двора? Ремонтируют отлично. Молодцы, хорошо делают все. Какие-либо замечания есть? Замечаний пока нет, все хорошо. Вот вам я все время смотрю. Площадку, подъезды нормально заасфальтировали? Все нормально у нас, все хорошо. Да, а работают отлично. Ну работают они... Без выходных. Да. Я рядом живу, я слышу. Вас вот только видал на 31-м году. 31 год ничего не делали. А? Вот уже бордюрина отвалилась на пешеходном этом. Вот. Ну это машины, когда бьют. Да какая машина, о чем вы говорите? Он сразу отвалился, вы его как не на бетон, на бетон вы его не положили. Вот, окантовка бордюрина. Пойдемте, вот. Покажите. Пойдемте. И что, вот это имеете в виду, что? Вы хотите сказать, вот машину ударили, выйти от колеса. Сразу... Вот, черный, от колеса вот. Ударили. Сразу он отвалился. Вот. Машину вот. Ударили задом, и все. Минуту, вот нет ее. Вы положили, подождите, положили вы его не на цемент, а положили его землей, его прижали и все. Я еще раз говорю, вы не замечаете, что вот. Машину ударили здесь? Откуда машин, когда у нас машин здесь нет? Хватит, что ли? Бордюр же первый в доме делали, и у нас делали ночью. Один в один. Да, конечно, один в один. Ага. И вот отваливается, вода стала держаться. У нас в почте дело, был прекрасный тротуар. Так, что у вас тут говорится неровно? Что неровно? Вот здесь стала вода держаться. Вот так вот все неровно. А вот это давно стоит уже? Что, не видно, что на него наехали? Ну, наехали, ну, а что я в руках-то опять молю? Ну, что такое? Любимая тема? Да, любимая тема. Нету, не было. Ну, никакие причины. Бордюр сейчас, видите, ну, вот видите след от автомобиля. То есть на него наехали бы. А бордюр вообще-то, эти бордюры какие у нас были? Что этот асфальт надежный. Уверяю. Специалисты. Ну, в любом случае, гарантии 5 лет подряд. Жизнь покажет.